Matbuotda jumani davom ettiramiz. Endi savollarga Bunyod Hojimov bosh murabbiy Imon Bo'shqa javob beradi. Как вам отлично? Вообще, ну, сами видели, очень сложная, тяжелая игра. Мы это и ожидали. Очень хороший соперник, что игра показала. Мы знали, что мы классные игроки, хорошего уровня. По своей команде могу сказать, что мы не показали такой хороший, красивый, классный футбол. Но был определенный план, который, по ходу игры, поменяли ради травмы нашего игрока, который получил серьезную травму. Потом перестроились на перерыве, потом поменяли систему. Думаю, успели и поднять психологическое состояние игроков, который после первого гола упал. Но общее впечатление самое важное, что мы такую игру в таком сложном моменте выиграли. Думаю, большое желание, горячее сердце молодых футболистов, тоже с опытом, помогло нам добиться успеха вот этой игры. Добрый вечер. Я хотел бы спросить ваше мнение о работе сегодняшней ВАР. Да, я тоже снимался. Что общее впечатление судейству, думаю, это неправильно, если я буду обсуждать, что все в последнее время происходит. Вот сами все видят. Вот кто там занимается такими. Да? Ну, судейский комитет пусть решает. И они работают выполняют свою работу ради прогресса узбекского футбола. Почему? Потому что узбекский футбол должен прогрессировать, развиваться. Много очень талантливых футболистов, которые заслуживают очень хороший уровень на всем, во всем структурам. Не только судейство. Но все, тоже судейство можно поднимать постоянно на высший уровень. Не, я хотел узнать ваше мнение, не вообще. ВАР, вообще ВАР, что думаю ВАР? ВАР? Справедливо ли ВАР было или нет? Я ВАР не смотрел сегодня, как я был на поле. Не, просто ВАР. Как работает ВАР? Я отвел футбола. Вообще, да, я за ВАР. Я за ВАР. Почему? Ради таких ситуаций, особенно узбекский футбол заслуживает ВАР, чтобы меньше было ошибок. Конечно. Меньше было ошибок, да. Ошибки бывают. Не знаю, но слишком много. Слишком много. Нет, мое мнение, это общее мнение всех Узбекистана. Валерико, под вашей руководством играет там второй номер. Когда вы играете против слабых команд, это не мешает? Смотрите, каждый соперник, мы готовимся к каждому сопернику на другим образом. Тоже говорю. Сегодняшний соперник был другой план. Нет, был план, как в прошлое время. Был другой план. Тоже много молодых футболистов у нас. Это никто не сказал. Сколько выступило воспитанников в Униткора на сегодняшний день? Сколько у них, который у них возраст? Давайте это обсуждаем. Это большая победа для них, для Униткора. Почему они будущее узбекского футбола? С таким соперником, который одно очко от первого места. Мы выиграли игру с пацанами, я 7 или 8 из Академии Униткора. Это успех, даже если мы играли сами некрасивый футбол в Узбекистане. Победа против такого Намбахора – это большой успех. Но я вам обещаю, мы только разминались. Это разминка. Он сломал ногу, мне так сказал. Серьезная травма, для его сезон закончен. А это тоже, никто не вспоминает ВАР и судейство. Хорошо, что спросили.
пацан, который сборник, который будущий узбекского футбола, сломал ногу на эту игру. Сломал ногу, спасибо. Все, спасибо, Иван. Спасибо.